Сотрудники сектора превенции Арцизского отдела полиции в ходе осмотра домовладения 45-летнего жителя города Арциз выявили теплицу. В данном помещении хозяин трепетно выращивал наркосодержащие растения с помощью полива, культивации, дополнительного освещения. В ходе осмотра были изъяты 74 наркосодержащих растения, которые в дальнейшем были направлены на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по статье 310 Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.